Доброго времени суток, дорогие родители! Еще один день остался позади. Еще порция ярких воспоминаний в копилку памяти. Итак, утро. В 10 часов началась подготовка к КВН у жителей провинции Гасконья, Эдельвейс и Земляничная поляна. Наши театральные педагоги вовсю разбрасывали свои шутки и юморы в детские массы. Но нужно отдать должное детям, что и детские шутки были великолепны и вошли в программу. В 11 часов к нам в республику приехали почетные гости из Тулы. Поленовцы в возрасте от 12 лет собрались в клубе, чтобы посмотреть документальный фильм «Прививка от фашизма». Героем этого фильма стал ветеран Великой Отечественной войны, первым расписавшимся на стене Рейхстага в 1945 году при взятии Берлина, Евгений Тимофеевич Шалашников. А также на встрече присутствовал сопродюсер проекта Вадим Александрович Милашев, ООО «Первый канал». Очень душевная встреча была. По окончании беседы ребята из провинции Монтана исполнили для гостей песню из кинофильма «О зори здесь тихие» и подарили подарки. До обеда была проведена пожарная тревога, на которую мы все прибежали в течение 4 минут, а это значит уложились в норму. Молодцы! После полдника девчата из разных провинций вышли на волейбольную площадку, чтобы сыграть пионербол. Результаты игр. Монтана 2, Радужная 2, 1-2, Радужная 1, АБР 1, 2-0. Также продолжилась подготовка к КВН у старших отрядов, а также к конкурсу «Мы ищем таланты», который состоится уже завтра после полдника. Ждите наших рассказов, друзья. До завтра!